Кэндимен. Городская легенда гласит, Кэндимен, что если повторить его имя пять раз Кэндимен перед зеркалом, Кэндимен, он появится в отражении и убьет тебя. Ну, мы вроде как живы. Идемте. Трина, ты дверь сломала. Что за шутки? Я чувствую необъяснимую связь с этим местом. Кабрини Грин был в моих видениях. Где старая кондитерская фабрика? Она здесь, за углом. Я художник. Ты же ищешь Кэндимена. Это монстр, дух которого обитает в нашем районе. Зачем ты это рисуешь? Я хочу, чтобы люди узнали правду про Кэндимена. Чтобы его вызвать, нужно зеркало. Просто произнесите его имя. Кэндимен. 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 Нет. Не смей. Кэндимен. Я совершил страшную ошибку. Я позволил ему вернуться. Кэндимен не существует! Со мной что-то происходит. Он выбрал тебя, чтобы воплотить в жизнь свои самые жуткие фантазии. Почему меня? Я изображение на стене. Я чую запах твоей крови. Стань моей жертвой. Этого не может быть! Нет, нет! Кэндимен. Кэндимен. Кино с 11 июня.